Привет! Мы продолжаем нашу рубрику «Лайфхаки из Китая» и подобрали для вас парочку крутых гаджетов. В каждом доме валяется куча батареек, и уже достаточно сложно понять, какие из них еще годные. Разобраться нам поможет специальный тестер батареек. Просто вставляем ее внутрь, прижимаем и смотрим на шкалу. Зеленое поле означает, что батарейка еще полна сил. Желтое поле дает понять, что ее конец уже близок. А красная шкала говорит о том, что батарейке уже конец. Устройством можно мерить батарейки различных форматов, даже вот такие таблеточки. На первый взгляд это обычные наушники. Но стоит их подключить к смартфону, как провод начинает светиться ярким светом и мигать в такт музыки. Смотрится очень прикольно, особенно в темноте. Если вы не хотите, чтобы кто-то другой пользовался вашим компьютером, то здесь будет удобен вот такой сканер отпечатков пальцев. Просто вставляем его в USB разъем и обучаем компьютер распознавать именно ваш палец, касаясь к сканеру под различными углами. Теперь поиграть на этом компьютере сможет только обладатель данного пальца. Кстати, это игровой ноутбук Legion от Lenovo с отличными характеристиками, процессором Intel Core i7 и SSD-накопителем. Легкий вес и яркая подсветка клавиш придает удобство пользования, а самое вкусное – это низкая цена по сравнению с другими аналогами. Ссылка в описании. Помните, мы показывали набор объективов для смартфона? Если вам его недостаточно, то вот вам мега-объектив. Как и все, он прикручивается на прищепку и крепится на смартфон, но приближение у него будь здоров. Почти как бинокль. Скажем так, хорошая альтернатива второй зум-камере на смартфоне, как у айфона. Это браслет для строительных или ремонтных работ. Его фишка в том, что он магнитный и притягивает к себе металлические предметы. Это очень упрощает работу с множеством мелких болтиков или саморезов. Мастера будут довольны. К нам попал вот такой спиннер. Он имеет кнопку, при нажатии на которую на одном из лучей загораются три светодиода, создавая световой эффект при вращении. Но еще в нем есть встроенный Bluetooth-динамик, на который можно передавать звук со смартфона. Конечно, он не заменит полноценную Bluetooth-колонку, но как интересная фишка в спиннере вполне сойдет. Ссылки на гаджеты в описании.